На юго-востоке Украины важный этап мирного урегулирования кризиса. Стороны выполняют минские договоренности и отводят от линии соприкосновения вооружение калибром до 100 миллиметров. Причем ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик этот процесс завершили досрочно. Орудия и минометы вывезены в тыл. Их передислокацию зафиксировали представители контрольной комиссии и наблюдатели ОБСЕ. Сейчас они проводят инвентаризацию техники. В свою очередь, украинская сторона обещает, что выполнит соглашение в срок. Сегодня силовики отводят вооружение на Артемовском направлении, в последующие два дня на Мариупольском и Донецком направлениях.